В этой части будет обговорено, что такое цель системы и мера оценки работы системы. Пока только об этом будет, потому что я еще остальные не сделал, и это скорее я долги отдаю. Окей. Окей, цель. Причина, по которой была создана эта система. Офф-топ, если я помню правильно, я тебе рассказывал, что такое система. Это нечто, созданное из множества других вещей, у которых есть свои связи между друг другом, у которых есть свои характеристики. И они все вместе единое целое создают. Окей, вернулись обратно. То есть цель – это причина, по которой была сделана эта система. Цель должна быть такой, которая может ответить на вопрос, зачем это было сделано и что из этого изменится. Пока непонятно, объясняю. Сейчас будет 5 критерий, как можно понять, что цель системы правильно, не то что опознана, а правильно, да. По каким критериям можно понять, что цель системы правильна. Первое. Это что должно быть система, то есть цель должна отвечать на такой вопрос. Что должно быть сделано? Или что из этого поменяется? Так вот. Второе. Это применимо, то есть цель применима к конкретной системе. И то, что позволяет ее отличить от других систем. А именно... Телевизор будет плохой пример, если назвать телевизор думать, чтобы развлекать людей. Почему? Потому что интернет, видосики, МГСки развлекают тоже людей. И все-таки это нельзя понять, чем по этой цели понять, чем отличается телевизор от других систем. Третье. Не содержит субъективщины. Это то, что у каждого разного, и каждый по-разному воспринимает. Например, вкус, что красиво, что некрасиво у людей разное. Что такое хорошо сделанная работа? Да, у одних хорошо сделанная работа, это условно за час там 100 фиговин произвести, у других это вообще ни хрена не делать, вот нормальная работа. То есть, а если пример, у нас возьму как пример, какую-нибудь систему субъективную, то парикмахерская какая-нибудь цель будет красиво постричь пользователя, ну то есть клиента точнее. Как бы, а что подразумевает под красивым? Да, что есть красиво, что нет? Да. Четвертое. Цель можно достичь с ресурсами, ну, которые использует будет система. Если как был бы пример, то чайник, если цель системы, например, электронного чайника разогреть воду, мы пока рассматриваем просто как систему в вакууме разогреть воду, то с имеющимися ресурсами чайник не может, ой, что-то капнуло, может запеть. Или, например, разогреть кусок железа. Так, и пятое. Цель можно измерить. Такие вот дела. Так. А, и как бы ноут. Как-то оно будет по-русски. Примечание. Вот. Примечание следующее. Если очень сложная система, например, это организации какие-нибудь, школа, вообще образовательные учреждения, ну там, детский сад, школа, универ и так далее, то тогда делают иерархию систем. А именно, сейчас что это такое? Представь себе пирамидку, где все, что как бы к вершине двигается, это более абстрактные цели. А
что именно на самом дне этой пирамидки, это хорошо понятные и хорошо измеримые цели. И принцип такой: если как бы нижняя ступенька, если в ней все понятно, то есть хорошо понят, хорошо понятные, отличимые цели у этих вещей, то как бы и вышестоящие тоже будут понятными. И вот так далее. Ну и последнее упомянуть, а именно меры системы работы. Система... Думаю, какие-то утки на меня смотрят. Система... Как-то... Мера работы системы. То есть, как мы можем понять, хорошо она работает или плохо. Да, я использую хорошо и плохо, но буду рассказывать. Это показатели, которые помогают понять, насколько хорошо система работает для достижения цели. Пример. Возьмем наш электрический чайник. Ой, не чайник, а обогреватель. Да, это важно. Так и холодно. Хотя у меня тут слякоть, но все-таки. Возьму как пример обогреватель. У него была цель какая? Разогреть воздух до определенной температуры, которую поставил пользователь. Кстати, как можно... Как это красивое слово было, я забыл. Да, я уже оно. Оценка меры системы произрастает. Не то, что не произрастает, а именно можно ее как бы понять. Вычислить. Да, можно ее вычислить. Не считая, а можно, если правильно поставлена цель, то по цели можно как бы описать меру работы системы. Опять же, возвращаемся к примеру. Все хаотично у меня. А именно, пример нагреватель. Цель разогреть воздух до определенной температуры, которую пользователь поставил. А мера будет... Температура воздуха после работы обогревателя. Вот такие вот пироги. А ну да, и все это оценивает юзер. Вот такие дела. Это пока по этой заготовке.